Притча о добром самарянине. Евангелие от Луки, глава 10, с 25 по 37 стихи. И вот, один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. Оставив его едва живым, по случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».